Перед началом просмотра прошу поставить лайк и подписаться на канал. Житель Дагестана Дауд Даудов устроил самый настоящий переполох в социальной сети, опубликовав видео с похорон якобы своих умерших при рождении сыновей-близнецов. Мужчина утверждает, что тело младенцев подменили на кукол. За расследование странной истории взялись местные власти и сотрудники правоохранительных органов. Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что супруга Даудова не была зарегистрирована ни в одном родильном доме. «Мы проверили все базы, такая женщина к нам не поступала». К слову, ставропольские роддома оборудованы камерами наблюдения, проконтролировать можно и по записям. В нашем перинатальном центре работают с самыми тяжелыми патологиями при беременности. И мертворождений, случаев гибели младенцев тут не было очень давно. А двойных, насколько мне известно, никогда. К тому же, в случае смерти, тело родственникам передается не медучреждением, а патологоанатомической службой, после соответствующего исследования, подчеркнул чиновник. Слова Владимирова подтвердили медики, в ходе обследования они не нашли у Лауры Даудовой ни одного признака, свидетельствовавшего бы о том, что женщина только что родила. Тогда Даудова и призналась, что действительно не была беременна, а лишь имитировала перед родными свое интересное положение. Весь этот фарс ей нужен был для того, чтобы удержать мужа, который очень хотел детей. Когда пришла пора рожать, женщина придумала легенду о том, якобы малыши появились на свет в одной из местных клиник, но вскоре умерли. Трюк с куклами – тоже ее рук дело. Губернатор Владимир Владимиров был несколько удивлен таким развитием событий. Вот и финал рассказа о якобы подмене тел младенцев. Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод – она не рожала. Позже она письменно подтвердила, что вся эта история – выдумка. Что тут можно сказать? У меня слов нет. Теперь это дело семьи и правоохранительных органов. Надеюсь, что те, кто неправомерно обвинил наших врачей, извинятся хотя бы в комментариях. А нам всем это урок на будущее, о том, как стоит относиться к шокирующей, но непроверенной информации, отметил губернатор в личном блоге. Что касается обманутого Дауда Даудова, то он в шоке от произошедшего. Уверяет, что у жены были все симптомы беременности, и даже рот живот. «Если кто-то обвиняет меня в слепости, то… на все воля Всевышнего», — сказал мужчина. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.